Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы отправляемся в прогулку. Причем эта прогулка будет у нас историческая. А проведет ее для нас Любовь Ивановна Летайкина, сотрудник библиотеки Томилина. Потому что сегодня Любовь Ивановна пришла не одна, а вместе с книгой. Да, а книгу вы делали сколько времени, кстати? Ну, с 80-х годов, вот так можно сказать. Это копился материал. Труд. Большой труд, да, конечно. Вот как называется книга? А книга называется «К истокам Томилинского края». Поэтому говорить будем мы о Томилино, о том, какие там истоки, что сохранилось, потому что очень, ну, мы пообщались немножко до программы, много всего интересного. Давайте самый простой вопрос первый. Кому пришла в голову идея, вот, ну, что ли, собрать материалы, написать даже не книгу, а все-таки какое исследование, кто стоял у истоков истоков? Ну, в свое время, в 80-е годы, я пришла в библиотеку работать заведующей, и меня вызывают администрации наши, наши отцы, и говорят, вот, Любовь Ивановна, даем вам на хранение рукописный материал. Так. Это краеведение, краеведческие материалы, которые работали. Кстати, если кто-то помнит, был такой краевед, известный Александр Белов, поэт Иван Рыжиков, то есть они и многие и так далее, они ушли уже из жизни, но оставили после себя вот такой труд. Ну, мне и говорят наш глава, если на хранение храни, а вдруг придет время, и мы сможем это напечатать. Ну вот если бы сейчас они стояли, главы, я сказала, что миссия выполнена. Главы. Я это сделала. То есть это получается работа такая, ну чуть ли не 40-летней истории. Да, они собирали, ведь в то время было очень сложно с архивами. Не всегда вас там и пускали. И нужно еще поставить правильный вопрос, что ты ищешь. Поэтому это кропотливая работа. У меня соавтор очень грамотный товарищ, он почетный энергетик, но это не помешало ему в душе быть гуманитарием и краеведом. Поэтому, конечно, вообще это, знаете, событие очень интересное, и оно редкое, чтобы в свет выходила книга по краеведению, историческая и краеведческая. Это действительно, согласитесь, это не... Тем более, что вот работая над фильмом, посвященным Юрию Гагарину, я тоже столкнулся с такой необычной, на мой взгляд, проблемой. Дело в том, что вот в раннесоветский период, средний, в позднесоветский, не так много было вообще материалов о Люберцах и о Люберецком, скажем так, регионе. Что уж говорить о том, что было в XIX веке и так далее, туда дальше. Поэтому это действительно все собирается по крупицам и выстраивается в какую-то историю и превращается в довольно интересное произведение. Мало того, ведь люберцы действительно, Томилино, Малаховка, это такие уже звучащие сами по себе, да, далеко. Да. И как вы понимаете, еще что очень важно, что Любовь Ивановна пришла к нам с презентацией вот этой книги, мы ее немножко сейчас посмотрим, там покажем вам и поговорим о внутреннем содержании. Вот в тот год, когда 400 лет люберцам отмечается, все-таки это событие. Да, это большое, грандиозное событие. И наше Томилино, это тоже, конечно, входит в люберцы. Кстати, почему это... Томилино называется? Так кто-то знает вообще? Конечно, это известно и все, но тут... Много же разных вариантов обычно варианты, говорят. Да. Первый вариант – это Томилино назвали, потому что открылась станция Томилино, Томиловской называли, в газетах так промелькнуло неправильное название, но вообще, конечно, основоположник этого Томилина являлся Клавдий Николаевич Томилин, конечно. То есть просто по фамилии. Это промышленник, это человек богатый, он мог себе позволить, причем это было принято, что если я хочу, я богатый человек, я хочу, чтобы здесь была остановка станции Томилина, то я плачу какие-то деньги, Она кстати, сейчас тоже возможно, знаете. Да, даже станцию метро можно сделать. Все идет по кругу, идет, конечно же.
обращаться. То есть Томилина все-таки идет у нас от конкретной фамилии, от человека, хотя... Здесь однозначно. Название очень такое, с одной стороны, если уже вдаваться... Хочется потомиться, да? Да, потомиться, но это же бывает и приятное томление, даже так, рецепты, да, вспоминаем? Конечно. В таком приятном томлении тем надо. Тем более там потрясающая природа. Вот. Давайте мы немножечко окунемся в эту историю, тем более, что многие жители Люберецкого региона, городского округа Люберцы, и Томилины, и Малаховки даже не знают истории тех мест, в которых они живут. Вот в этой книге о ком, о чем идет речь, как она построена, как она выстроена? Ну, во-первых, хочу сказать, что, знаете, обложка очень много имеет, большое значение имеет, да, для представления книги. Зеленая. Она не зеленая, она вверху. Да. Это памятник Пушкина. Угу. То есть мы думали, давайте так, я пожалуйста, показываю, да, да, а вы рассказываете. Верхний левый угол – это вот наш памятник Пушкина. И причем, что интересно, ведь это мимо этого памятника люди проходят и в течение дня несколько раз могут проходить. Но они, когда прочитают книгу, они узнают, а мы этого и не знали, что, оказывается, на открытии этого памятника в 1968 году был почетным гостем человек, это правнук Александра Сергеевича Пушкина, Григорий Григорьевич Пушкин. И причем Пушкин был очень доволен своим правнуком, потому что Григорий Григорьевич участвовал в войне Великой Отечественной на Западном фронте, он партизанил, а после войны он работал в московском уголовном розыске. И вы просто знаете, вот этот вот Пушкин, это так далеко, и это близкая война. Угу. Это вот это вот сочетание вот всего, этого, всего да. этого, это делает и... И он там находился, стоял на открытии. Конечно, есть, в книге есть фотография, это старая фотография, где и скульптор Добронравов там запечатлен. Там был на открытии еще Смирнов Сергей, Брестская крепость пронзительная. Эта вещь. Вот. Много писателей и поэтов. И наш Иван Васильевич Рыжиков тоже там и читал, еще молодой. Так что вот Пушкин – это, знаете как, ну как бы визитная карточка. Визитная карточка. Можно а внизу? А в середине. А в середине, давайте, в середине вокзал. Вокзал, 1910 год. Это, посмотрите, какие одежды. Да. Это платформа. Фотография, фотография реальна. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Платформа, вокзал, 1910 год. Да. Это вот эта станция, которая называлась как Томилина уже? Томилина, ну, она, Томилина, 1896 да. год, она уже так называлась. Это еще только-только так железная дорога несколько десятилетий как развивается. Да, конечно. Она началась в 1866 году. Да, да. И да. тогда фон Мэки участвовали. 50 лет, да. да. И потом он прям прямой, так сказать, до Рязани они мчались поезда. То есть и потом уже... Люберцам в данном случае повезло, я имею в виду Томилина, что вот в ту сторону дорога шла, поэтому... Да, конечно. Да, могла да. же мимо пройти? Ведь всякое ну, могла, могла. Но поэтому станция... Сохранилось что-то от этой станции? Конечно, она стоит современная, не интересные абсолютно, но то, что левостороннее движение, опять же, единственное да, у нас, да, да. это тоже интересно. Фон Мэки оставили после себя не только 20 детей, вот его семейство, но и оставила инженерные, понимаете, вот эти посылы, строительство. Это были умнейшие люди. И ну, предприимчивый да. Томилин. Ну и нижняя фотография, Томилинский парк сказок. Томилинский парк, конечно. В 17 году мы его открыли. И мы, депутаты, там тоже участвовали в этом. И это приурочили, знаете, к юбилейному году фильма «Сказка о царе Салтане», где был, участвовал Олег Видов, который жил у нас там вот через там, железную дорогу на улице Кольцова. Была Голубкина в гостях. И был наш скульптор Александр Рожников. Вот вы его знаете. Да, конечно. Много раз у нас тут был. Да, и вот его там скульптуры украшают. И, конечно, вот большую роль сыграло то, что вот люди побывали в этом парке. Вы знаете, там парк полон детьми и людей. Ну, самое главное. Это да, это потому что, популярное место. Да, парк, он же для отдыха и так далее. Но вернемся все-таки вот к тому моменту, когда Томилина образовывается уже как Томилина. Вот, и все-таки каким можно считать примерные года, когда вот начинается уже такая история персональная?
Есть какая-то, может быть, точная дата, или она размыта немножко? Она, вы знаете, по поселениям и деревням ничего не размыто. Угу. Есть конкретно. Например, самая старинная земля – это село Жилино. Так. И земли села Жилино и церковь, они принадлежали к Чудовому монастырю, митрополиту Алексию. Угу. Это все прописано в его грамоте. Ну да, тогда, когда земля церкви принадлежала. Да, конечно. Но причем земли не только Жилино, да, села Жилино, но и сельцо Лыткарино, то есть сельцо даже было в подчинении у Жилино, в таком плане. Древняя земля, там же дальше древняя деревушка, это Болятино, знаете, Болятино, оказывается, от слова болото, гать, там действительно топкие места. А звучит так как-то красиво, да? Болятино как-то не особенно красиво звучит, но как-то там, знаете, как непросто вот. Старинная еще земля, конечно, Хлыстова, там, где Пионерская, улица Пионерская. И она вот Хлыстова, вернее, вот эта улица Пионерская, она как-то, как будто вот пионер, она вот вырвалась из этого, знаете, из лачужек, из старых, здесь есть фотографии. С чего начиналось, причем переходила она, то есть ею владели очень многие помещики, она переходила из рук в руки. Вот, но там и каждый было... что-то свое добавлял, ну, что-то да, убирал, что-то добавлял. Ну, да, кто-то, но знаете, что надо отдать должное, что, например, мельницы вот как-то не тронули, лес строевой тоже не трогали, вот, потому что и по эту сторону, и по ту, там были, конечно, у нас леса. Это конец Мещерской полосы, поэтому, конечно, здесь у нас парк. А вот что пропитание, что высаживали, как вели хозяйство? Это же все-таки такие сельскохозяйские были угодья? Деревни, вот как раз очень хороший вопрос, потому что как раз вот село Жилино, казалось бы, да, вот и деревня Часовна, вроде бы деревеньки должны были, а нет, не было таких вот, знаете, земель, которые вот были частные. Ну так, по чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Рядочек того, рядочек того. Вот именно что. Жилино, Болятино и там другие селения, да, те же Люберцы, те же Панки, они, им было, знаете, почему было процветание? Потому что это был Астраханский тракт. Это была Коломенская дорога, можно еще сказать, ее Орда-дорога называли ее, потому что из Орды в Москву ее ехали и обратно. И вот, конечно, они поэтому процветали. Были постоялые дома. То есть особо не нужно было в земле копаться? Знаете, они занимались скорняжничеством. Потом, вот, например, в часовне была фабричка такая по изготовлению папирос. Это вообще любопытно, да? Ну, да, давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим, что первая часть нашего разговора уже заканчивается. Вы правильно сказали, что она летит все. Да, время летит быстро, но вот от фабрики как раз оттолкнемся, потому что я так понимаю, что непростой был край в тот период, и потихоньку уже будем идти к нашему времени через советское время. В студии у нас Любовь Ивановна Летайкина, сотрудник библиотеки Томилина. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Любовь Ивановна Летайкина, сотрудник библиотеки Томилина. И мы остановились на том, в первой части, что, оказывается, заводик даже был по производству сигарет, да? Папирос. Табачная фабрика, папиросы, да? То есть это говорит о том, что все-таки какой-то такой туристический, ну, не туристический тракт, а обслуживали тех, кто едет в Москву. Правильно я говорю? Которые ехали в Москву. И так. Причем, знаете, там был еще один интересный промысел. Это вытягивание из гати. До того, как вот не появилась железная дорога. Вот такие вот это. Да, это было при Елизавете Петровне. Это было как раз вот на границе Болятина и Жилино. Ну, Елизавета Петровна сама любила так. Помните, как она ездила в Сергиев Посад? То есть они ездила, вернее, она шла пешком. Потом они возвращались в Москву, отдыхали, потом приезжали к тому же месту, где остановились, и опять шли пешком. То есть фактически она весь путь шла пешком вместе с послами и так далее. Да, то есть да, она да. любила такие... И они очень хорошо знали местность. Да. То есть это целый такой профессиональный подход. Все равно это было в какой-то степени
подбрюще, опять же, Москвы и обслуживание тех людей, самых разных, знатных, менее знатных, да, купцов, которые едут туда. Есть еще одно местечко, но его, конечно, нет, оно исчезло потом в 17 году. Было. Было оно. Да. А на месте территории птицефабрики, вы представляете, там была кумысная станция. Кумысная станция. Да. Башкирсу товарищи имел стадо кобылиц, они доили и делали кумыс. Причем это процесс такой очень интересный, я читала об этом. И сюда, на эту кумысную станцию, приезжали люди, и богатые, лечились от туберкулеза. Это самая такая была страшная болезнь. Причем, если мы можем найти стихи Ходосевича, он как раз посвятил Томилина как раз ту пору, когда он приезжал сюда лечиться. Ну вот, кстати, мы имена уже звучали. Мы так в 68-й год переместились, 1968-й. Сейчас мы находимся в 19-м, начале 20 века. Но мы не можем не вспомнить, что революция пришла. Как революция поменяла Томилина? Вот советский период, начиная от революции через Великую Отечественную войну и до наших времен. Нам придется быстро пробежать этот период. А мы быстро и пробежим, потому что вообще, по большому счету, участвовали в волнениях, например, 1905 года. Это, конечно, вот здесь Люберцы. Да, Люберцы. Это у завода Круминга. Мы тоже о нем говорили. Конечно, место очень интересное. Сам человек очень интересный. У него даже сейчас даже там остались псарни, где написаны были там «Собака-заяц», там «Полкан». Да, потому что к нему приезжал в гости Владимир Ильич Ленин, и они охотились, они были страстными охотниками. Это. И также вот в Балятино то же самое вспоминают охоту Владимира Ильича. И там была и старушка, и егери были, и все это было очень серьезно. Жалко, в то время не было видео и не было смартфонов, чтобы это все заснять, да? Сейчас бы это у нас все было бы. Да, конечно. Но у нас есть старые фотографии, например, вот, например, как игра в крокет, это любимейшая была игра, и причем там семейство Томилиных запечатлено было. Это из их, наверное, альбома, да? Это, да, это альбомы. Это, знаете, альбом, там есть фотографии и из альбома князя и княгини Оболенских. Ведь они, Оболенский продал, вернее, он продал Клавдию Николаевичу земли. Купчую, вот мы сейчас в архивах ищем, и тогда это будет день рождения Томилина. А, тогда будет понятно. Понимаете, да? И Оболенская, Оболенский сам князь умер в 1902 году, а Оболенская жена Софья, она приезжала на открытие земского попечительства для нищих и, как это? Ну, малоимущих, назовем, да, сегодняшним языком. Людей 900-й год. Собирались на дачу Воротникова, был тоже такой банкир, Томилин, Воротников, Козин, это Корзин, это Пехорская фабрика, тоже династия, династия целая. По 10 рублей сдавали, но остальные по 5 рублей. Вот в таком плане. Это тоже вот документы, это 1909 года. Да, да. А 1905 год, он вот эти селения, он не затронул вообще. Но 17-е или там уже где-то ближе к 20-му, это затронуло уже всех. Затронуло, конечно, потому что многие... Пронеслась революция, как говорится. Пронеслась, и многие очень быстро и шустро продали свои имения. Это, например, вот, ну, те же Баулины или же Шарыгины. Это фабриканты, которые в Балятино-цуконной фабрике. Вот. Они поняли, что надо Но лучше продать. Уезжать. Ну, а причем это действие и в это настоящее время тоже делается быстренько-быстренько. Да. Ну, оказалось так, что они-то были, они уехали, я так понимаю, да? Часть этих людей, которые здесь, вот, тогда у них были дачи, они уехали, да? Ну, это когда, знаете, это те, кто приезжал из Москвы сюда, вот как-то у них дачи были, все, это да. А вообще-то, например, те же Баулины и Шарыгины, они просто, вот Баулина поставили перед фактом, что он должен был отдать имение, то есть отдать, пока по-хорошему, отдать имение и приобрести какой-то дом. И Баулины приобрел, Иван Иванович и его жена Елизавета Петровна, они приобрели дом в Жилино, который потом в 1890, вернее, он сначала был 1812 штаб Кутузова оставался, а потом Баулин, вот ему предложили этот дом, и он купил его. Ну, то есть он исторический, можно сказать, дом купил, исторический, да? А он и сохранился сейчас. Если мы с вами туда придем,
Но мы приходили с Томилинской нашей командой, мы приходили и удивлялись, что там подпол глубиной, как сам дом. Там хранилась колхозная картошка. Но все перепуталось в доме. Да, все перепуталось. И Кутузов, и колхозная картошка, да, и Баулина, да. И все. Ну и вот уже поздняя, Великая Отечественная война. Понятно, что вся страна жила по определенным законам. Тоже есть, наверное, какие-то материалы на эту тему. Да, есть материалы, есть любопытные вещи. Например, бомбили сильно, бомбили Лыткаринскую дорогу, бомбили, доставала Токарёва, староверческая деревня, она рядом там находилась. Но вокруг церкви Успения Божьей Матери не упало ни одной бомбы. Жилина стояла, как стоит, как и стояла. Вот видите, как бывает. Да, вот такой вот. Но потом приходит уже послевоенное время, и уже там брежневский период, догорбачевский. Вот как... А там, знаете, вот у нас и фильм есть, вот как раз это Жилина, история Жилины, и там... Там потрясающая была кониферма, например, Жилина, кониферма. И там, и вот как раз и в фильме, это есть фотография этого нашего лошади, как его назвать, это бычок, нет, это графчик. Это мощный бык, породистый, и старые вот люди, бабушки, они, которые кто работал на ферме, они возили специально на ВДНХ вот этого графчика, в частности, то есть он был колоритная личность, просто-напросто. Потом действительно подъем был, там был колхоз третьей пятилетки, трудовые резервы, это была часовня, и Кирилловка тоже древняя земля, вот, где тоже была и мельница, и там, в общем, там страдали. А вот каким периодом заканчивается ваша книга? Да, заканчивается как бы современным. Здесь в конце книги мы решили какой-то материал, не какой-то там определенный материал, посвященный нашим людям, которые прославили наш край. Или в войне, например, в Кирилловке был такой, знаете, Штирлиц, татарский Штирлиц, Аганин. Он был настолько засекречен, что и хранили, когда его, он был еще там 30 лет после смерти засекречен. Кричен. Знал, да. Да, конечно. Вот это просто потрясающая личность. И у нас жил Гершензон, который написал его книга Гершензона. Потом у нас на Ленинково, на улице Ленинково, причем улицы у нас посвящены именам известных писателей и прозаиков. И вот на улице Фурманова жил Леньков, это который батька партизанский отряд, а в поселке Егорово у нас жил другой батька партизанский, Медведев, и сильный духом, наверняка, конечно, вы слышали об этой книге. Ну, то есть книга получилась такая многовекторная, и события, и конкретные места, конкретные фото, и конкретные люди, что самое интересное. Да, ну и еще, конечно, добавить к этому нужно, что у нас действительно Томилино оказалось промышленным районом, промышленным. Вы посмотрите, у нас завод «Звезда», ТФМКБ тупольские, ТЗПП полупроводниковые, которые вот сейчас бы нас выручили бы очень-очень, полупроводниковые приборы, это богатейшие, это вертолеты, это Ми, я вот как раз о нем тоже писала об этом, Ми-24, который действительно это прорывной был вертолет, и он, конечно, был главным, например, вот в войне в Афганистане, там, ну, в разных точках. То есть он немало точек погасил вот своей вот такой работой. Ну, а после того, как вот вы написали все это, какие у вас вот ощущения были? Это как какой-то такой, ну, отчет, что ли, о проделанной работе, в хорошем смысле этого слова? Все ли вы посчитали, что все, да, все, что мы нашли, все мы туда
в эту вот душу вложили. Это же огромная архивная работа, фото, подбор, имена, не ошибиться, какие-то, может быть, где-то, чтобы в миф не уйти, в мифологию. Вот какие были ощущения по завершению работы? Ой, когда мы закончили эту работу, знаете, тут все-таки помогло еще написанию, помогли вот эти два фильма, которые мы делали, эти документальные фильмы, и потом «Прогулки по Люберцам». Угу. Мы вот это тоже сделали. И поэтому как-то вот ощущение того, что... Ну, то есть это продолжение было работы, угу. но уже вот в книге. Я поняла, что это, когда люди читали, и отзывы их... Ведь они действительно хотят знать, что они не Иваны, не знающие родства, наоборот. Они дети, хотят знать это. Им очень интересно. Преподнести надо, например, про тот же вертолет рассказать. Дети открывают глаза и рты, они очень любят это слушать. Вот. И поэтому книга, она, конечно, 85% – это факты, документы, но 10% – это, конечно, детектив. Да, обязательно. Детектив. Как без него? Конечно. Я не люблю слово «жарить». Но интересные факты, которые... Но уже если она похожа на детектив, да? Да. Ой, ну любая биография поэта-писателя – это детектив, просто трагедийная история. Ну что, будем завершать? Да. Спасибо большое. Я с удовольствием, хотя знаю ее и наизусть, но с любого момента вот начинаешь, и, конечно, можно говорить. Это хорошо. Я хочу этот экземпляр подарить вашей студии, вашему телевидению. Спасибо большое. Потому что вы очень большие молодцы. У нас еще все впереди. Да, надо подумать, что-то сделать. Спасибо большое. Да, вот спасибо теперь большое. Мы обладатели тоже этой книги, чего и вам желаем. Любовь Ивановна Летайкина, сотрудник библиотеки Томилина. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.